кратко сказать вам всем, что вы молодцы, что спасибо за то, что вы стимулируете меня записывать мои беседы с вами, полезные, философские, стихи в том числе, за ваши лайки, дизлайков не замечал, вот к счастью. Вы все молодцы, в общем. Спасибо, надеюсь, вы получаете большую пользу, так как вы пишете, подтверждаете мне, что кто-то исцелился там от чего-то, кто-то просто попал в другое состояние жизни. Все в ваших руках, все зависит от ваших действий, но и от моего канала. Поэтому заходите еще больше, смотрите, подписывайтесь. Кто не подписан, я вас жду. Всегда благословляю тех, кто смотрит, слушает, кто действует, особенно кто посещает мои онлайн-курсы и офлайн-занятия, мой коучинг. Так что приглашаю всех, что обещаю, даю гарантию своей честности, искренности в том, что я хочу всем помочь, спасти этот мир, и продолжаю этим заниматься, несмотря ни на что. Несмотря ни на войну, ни на всякие проблемы, ни на количество ваших донатов даже. Да. Так что, надеюсь, у вас все будет хорошо, и вы получите огромную пользу. Так что давайте дружить. Давайте дружить. Давайте, пишите больше, спрашивайте, задавайте вопросы. И что вам еще сказать? Вы гений, раз вы смотрите, слушаете мои философские стихи, смотрите мои рассказы от моих наставников, академиков о науке, о здоровье. Значит, вы, ну, точно реально гений. Так что вы легенды. Не только я легенда, как я написал в последнем ролике, потому что я вдохновился вашими комментариями, собрал все отзывы, сотни отзывов, сотни лайков, там сотни комментариев, и обязательно посмотрите этот ролик, называется «Я легенда» или «Я миллионер добра», скажем так. Так что я вами горжусь, честно говоря. Ну, надеюсь, вы тоже мною гордитесь, и я продолжаю свой канал, продолжаю вести канал «Целитель Бога», продолжаю выкладывать туда уже больше 1000 подписчиков. Но, друзья, мне нужны часы просмотров, так что давайте смотрите больше и получайте больше пользы. Вот, и жду вас, конечно, в моем телеграм-канале «Тайны жизни» и «Вопросы Богу». И, конечно же, для тех, кто пройдет мои курсы, мой коучинг, вы окажетесь в раю обязательно. Это наш чат, наше сообщество Академии Совершенства Аватар, где собираются все, кто или вылечился от какой-то болезни, или прошел мои курсы просто, или просто, ну то есть приложил какие-то действия, понимаете? Так что жду вас в нашем элитном чате. Элита – это именно те, кто способен действовать, кто способен обучаться. Это и есть отличие человека от обезьяны. Поэтому, кто хочет изменить свою жизнь к лучшему, кто хочет стать более счастливыми или там открыть свой бизнес, как мне кто-то говорит, рассказывает, я всем помогу, все расскажу, все, что знаю, чем знаю, поделюсь с вами, и вы получите огромную пользу. Но для этого нужны действия. Действия, интеллект, что мы, кстати, и развиваем. В том числе на курсе по гениальности, да, приходите тоже. То есть это элитный курс, уже более дорогой, да. Тут это как бы не для всех. Это для тех, кто, внимание, кто согласен быть гением. Потому что секретик простой. Для тех, кто посвятил своему хобби или любимому делу 1000 часов, для тех уже не существует понятия проигрыш. Поэтому надо действовать. И действовать мудро. Использовать все мудрые знания, которые я получил
у многих великих мастеров этого мира и делюсь с вами. Поэтому я вам желаю тоже, так же как и я, хотеть помочь людям, хотеть спасти этот мир, да, хоть это и невозможно. Поэтому не бойтесь быть неудачниками, да, если у вас высокая цель, максимально высокая, то вы будете неудачником, вы ее не достигнете. Например, у вас цель основать новую религию, да? Конечно, вы не достигнете ее и будете неудачником, но это не значит, что вы потратите жизнь впустую. Наоборот, впустую потратят жизнь те, у кого нет такой цели, великой цели, которая обрекает их на то, чтобы быть такими неудачниками, такими гениями и не достичь этой цели, но продвинуться в 1000 раз больше, чем другие на пути к этому, на пути к совершенству. Ну, надеюсь, вы чувствуете, о чем я, кто я, о чем мой канал, кто еще не подписан, не заходил, не читал информацию, обязательно читайте в описаниях видео, и вы будете, возможно, в шоке, если вы и так в шоке, да, живете, в счастье и в шоке от того, что происходит в вашей жизни, то это классно, это хорошо. Если вы живете еще в депрессиях, в страданиях, там каких-то непонятных, то причина одна и выход один. Причина в том, что не хватает нового в жизни, не хватает новых знаний, и поэтому новое знание надо обязательно изучать. Обязательно брать надо, брать. Но не всякий секонд-хенд, от кого попало, а учиться надо у настоящих мастеров. У тех, кто чего-то достиг, ну хотя бы имеет там дипломчики, образование и так далее. То есть не тратьте свою жизнь на, ну, на что попало, да. То есть кто изучает, что попало, тот станет кем попало. А нам это не надо, правильно? Вот, поэтому желаю вам бобра, как говорится, в жизни, мира, бобра, добра, и чтобы достичь всех достойных целей. Ну, вот так примерно, друзья. Ну что, всех благословений вам, счастья, здоровья. Обязательно поставьте лайк этому ролику и еще нескольким сотням роликов, которые вы посмотрите на моем канале. Все. Спасибо всем. Обнял. Удачи, счастья, здоровья. Пока.